19-20 февраля в онлайн-формате пройдет Мюнхенская конференция по безопасности. Свое участие подтвердил президент США Джо Байден. За почти 60-летнюю историю существования Мюнхенского форума в ней еще ни разу не участвовал президент США. В отличие от Байдена, президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции. Никакого бойкота Мюнхенской конференции по безопасности с российской стороны нет, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что не в курсе, кто поедет на форум, а кто нет. Никаких бойкотов нет. Мне, честно говоря, неизвестно, кто там участвует и кто не участвует. По крайней мере, президент никак не участвует. За остальных сейчас я говорить не могу. Просто не знаю, сказал он журналистам, отвечая на вопрос, почему на форуме нет серьезного российского представительства и является ли это бойкотом мероприятия. Вместе с тем Песков отметил, что все способы и возможности объяснять и доносить свою позицию заслуживают внимания. Тем более такие авторитетные форумы, как Мюнхенская конференция. Просто в этом году президент не принимает участие. Насчет остальных не знаю. Еще раз повторяю, добавил он. Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале. Форум обычно собирал в Мюнхене мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики.